следующий наш герой. Да, я еще хочу, как бы послесловие. Впечатлялись образом Фарнарины люди, которые творили в 19 веке. И, конечно, Энгер, который вот был неравнодушен к Рафаэлю, он напитывался его искусством. И вот большая одалиска, которая находится в Лувре, это такое послание Рафаэлю. По сути, это Фарнарина. Только Фарнарина, написанная в 19 веке. Дальше. Ну, теперь наш новый герой. Героиня романа Лидия Делекторская, русская женщина, которая приехала во Францию, оказалась во Франции в эмиграции, плохо говорила по-французски, лучше понимала тексты, чем устную речь. Она родом из России, и ее мужчиной всей ее жизни стал французский великий живописец Анри Матисс. Давайте посмотрим еще произведение. Это она сидит в своей любимой позе. А вот это вот картина Анри Матисса, который изобразил Лидию Делекторскую в свойственной ему манере, в такой в манере фавизма. Я несколько слов хочу сказать про Анри Матисса. Если говорить о современном искусстве, об искусстве 20 века, то, пожалуй, мы можем смело сказать, положа руку на сердце, опять сейчас вы вступите в диалог со мной, что самый живописный из всех живописцев 20 века – это, конечно, Анри Матисс. Может, вы еще кого-то назовете, кто с точки зрения именно вот яркости красок, таких тонов, которые просто радуют глаз и все. Мы сейчас импрессионистов не трогаем, потому что импрессионисты – это грань веков. Мы говорим только о 20 веке. Вот кого вы можете назвать, кроме Матисса, такого вот живописца сочнейшего? Можете кого-то назвать? Красный конь. Кто? Красный конь. Петро Вудкин? Нет, это, знаете, графичная такая живопись. Это не то, не то, о чем мы говорим. Шагал. Тоже, мои дорогие, это замечательная, романтическая, вдохновенная живопись. Но с точки зрения силы живописной, ему рядом с Матиссом делать нечего. Еще? Я на вас, конечно, не давлю своим авторитетом, но я просто хочу вам сказать, поскольку я по первому образованию художник, нет второго живописца такого, который бы, знаете, любой своей картиной, просто любой своей картиной, он останавливает человека знающего, человека не знающего. Но если ты попадаешь в какую-то галерею или в музей, где есть картины Матисса, рядом там будет замечательное количество гениев 20 века. Тебя остановит такой вот, знаете, нон-стоп. Вот именно живопись Матисса, потому что она в полную силу. Она, знаете, как красный сигнал светофора. Ехать дальше нельзя. Надо там остановиться возле Матисса. И Матисс к моменту, когда он познакомился с Лидией Делекторской, ему уже было в районе 60 лет, а ей было 22 года. Понимаете, разница какая? Она эмигрантка из России, он ее нанял, она прочитала на троллейбусной или автобусной остановке на столбе, была, значит, вот французский она знала только на том уровне, чтобы прочитать объявление. Было объявление, что художнику нужна помощница для работы в мастерскую. Она прочитала, обратилась, значит, по этому адресу, и Матисс ее принял на работу. И она ему помогала создавать его знаменитый танец, ту работу, которую потом купил Сергей Щукин, Сергей Иванович Щукин.
И многие работы Матисса, благодаря этому мы просто знаем этого художника, потому что они появились в музеях Москвы и Санкт-Петербурга. Но вот что интересно. Всегда журналисты задавали Лидии Делекторской вопрос. Вы были музой, вы были возлюбленной, знак вопроса. Вы были любимой женщиной. Кем вы были для Матисса? И она тогда отвечала всем. Она была его секретарем, она была его помощником. Она была его музой, которая его вдохновляла на творчество. Но те умные журналисты, которые не в лоб задавали вопросы, то есть надо читать разные отзвуки вот этого романа, ей задавали вопрос, были ли, состояли ли они в любовных отношениях, но спрашивали об этом деликатно. То есть Матисс был женат все годы, и у него были дети от его жены. И его, так сказать, положение в обществе, это был состоятельный и состоявшийся мужчина. Это был человек, который имел собственную виллу в Ницце. Это был человек, которого маршаны или коллекционеры, работы которого покупались уже тогда за невероятные суммы денег в те времена. Достаточно вам сказать, я вам, например, такой пример приведу. Сергей Иванович Щукин оплатил несколько цикл работ Матисса для своего особняка, и вот этот знаменитый танец Матисса, он оплатил такими деньгами, что Матисс, кроме того, что он построил себе виллу в Ницце, он смог 7 лет уже не торопить продажи, а просто накапливать картины, работать, не спешить искать маршана для продажи картин, а просто, так сказать, работать спокойно. 7 лет содержать дом, достроить виллу и содержать семью из 5 человек. Вы понимаете, какие суммы были оплачены? Как он котировался? И никому неизвестная молодая девочка из России, которая только и умела, что... так сказать, она умела слышать этого великого человека, этого мэтра, умела, то есть она вошла в ту струю его искусства, его представления о том, что такое прекрасное и что такое новое искусство, которое он творил, до такой степени, что она, вот возвращаясь к вопросу, были ли телесные отношения, она говорила, вот в отношениях с Матиссом и да, и нет. То есть физиологически нет. А с точки зрения, например, принятия решения по любому вопросу, да. То есть, что бы ни было, какой-то заказ, размещение на какой-то выставке, работа с каким-то маршаном, участие или неучастие в одной команде с определенными художниками. Он не принимал ни одного решения по своей творческой жизни, не посоветовавшись с Лидией Делекторской. Потому что она его любила до такой степени, что она все рассматривала только через призму, чтобы ему было хорошо.